Не поднимайся. Не спускайтесь. Я пока в бинокль позалипаю. Бля, все, что из ПК? Какой бинокль? Не, бинокль спиздил. Четко. Родители босса, да? Да. Может быть, в камуфляже еще. Типа часовой или кто они там. На 130 можешь посмотреть в бинокль? А, это низ, наверное, уже спустился. Это другой край, юго-восток, между самым верхним камнем и средним камнем. Не-не, бинокль, повернись на 130, 120. Зеленый куст от камня вниз, и там чуть ниже, метров в 30 от него, что-то непонятное. Камень большой, да, и там кусты возле него. А вот куст еще чуть ниже. Бля, да, деревья там какие-то. Нихуя не вижу. Ну ладно, понял. Это там я пытаюсь выпалить. О, на той стороне какое-то движение на метке восклицательного знака. Там свои уже? Бля, да? Свои. Яна, посмотри, видишь что ли? Он метку меняет. Просто смотри, найди. Может, он дезинформирует нас? Да нет, он два раза подряд это делал. Он на той миске, мы с ним играли, он то же самое делал. Так он, может, не на себя ставит, вообще ни на кого не понял. Не-не-не, он на себя ставил на той миске тоже. И именно на себя. То есть пишет, вызверялся, что это он. Че у нас задача какая? Пока здесь остаемся, ко мне. Ну, группа пехотная, пусть вдоль дороги спускается под прикрытием к этой, блядь, склону. Ну, я там уже, типа. Там, это где меточка, пожалуйста. Я на восклицатель пошел. Да, вот 1-1-Б там, собирайте группу. Я Домьяна не вижу, если честно. Ну, он его из кустей лежит, там он не видит нихера. Просто знаете, что там масленок есть? Надо ему сказать после. Скажите, да, что он, блядь, путается очень сильно. Боро, посмотри на. Чего, куда смотреть? Налево посмотри. Должен был увидеть. Так, вижу одного талибоса бежит в городе. Засадил все равно. Даже не знаю, как его отметить. Рядом с дорогой, кто спускается с камней. Чего спускается? Возле дороги. Какой? Свои. Какое примерно расстояние до города? Метров 800. О, тут кролик дохлый валяется. Приехали, что ли? Чего же знает? Он да, вижу Беттер, судя по всему, сгоревший. И Беттер. Можно метки на актуальность ставить, спасибо. Короче, Талиб бежал в бункер, а вот он туда. Большой, да такой, короче? Да, большой там. Ну, это там сидел, да. Он с РПГ туда убегал. Может, ему осколочно-фугасный подарок туда застал? Я не достал, или вода, ты чё? Далеко. Я говорил Хатабу, надо езжать сюда. Не так, у меня тут оператор только сидит со мной, а где все остальные? Мы на метку. Вот, я на себя поставил. А, не понял. Что, дальше вдоль дороги туда двигаем? Ну да, после своим командой продвигайтесь. Да, давайте вдоль дороги. Сейчас из камня идем. Да, да, казалось, КПшка. Спустимся по дороге вниз, там уже как сравняется, можно город будет поворачивать. Надо, короче, вперед, пусть стрелки всякие бегут,
стоят сзади, чуть там всякие снайперы, гранатометчики, пулеметчики. Хорошо описал, где вот их только найти? Ну, я вдоль дороги сейчас двигаюсь на север. Так, давайте вперед, я бинокль показываю. Дим, к дороге спускайся. Бля, я боюсь, лох я сейчас. Так, еще один бегает в городе. Бежит к белому двухэтажному дому с балкончиками, которые... Ну вы поняли, с лесенкой сзади. Огонь свободный или пока не снимаю? Да, свободный. Ебей, вообще всех. Запомните, что в бункере есть враг. В бункере, который большой. А чё, с 1-1 вообще связь есть или они всё? ПЗ, ПЗ. Снайпер, червячий. Запад, гора. Свой, не свой снайпер. Я стрелял, да. Кому? Приход. Да, ты понимаешь, ты пиздец не достанешься с воды. Зе, слушай, вы сейчас в низинку спуститесь, потом на север двигайся, там что-то вроде небольшой ложбинки на холме есть, вы будете справа. Да. И там зеленка следом за ней будет, вот по ней зайдете в город. За холмом укрываясь, понял. По западной стороне шли проходить? Дороги. Нет, короче, сейчас нарисую примерно. Да стоп, все стоп. Ну да, я правильно понял. Да, понял. На канале 1-1А, враг. Да, там ну, хорошо, слушаем, ответил. Общайся с ними. Держаться 350 там зимой. У меня GPS-ка есть, поможет. Окей, чё мне не валяк, ты в зелёнке, да? О, чё говоришь? По-моему, обратка пошла, да? По снайперу. Ну хуй знает, из города чё-то стрелял, калашмат. Там пару выстрелов всего. Да, не, опять? Не, он работает ещё. И взрывы какие-то. Флешки, гранаты, полностью там. Может, 1-1А там живой. Живой. Да. 1-1А, брат. Не ответил бэтл. Ну хорошо. Бинокль у кого есть? Паш, бинокль есть? Есть. Глянь, вон камни там. Не валяк, мы на метке. Настрою тут. Которая метка? Так, слева от камня ничего не вижу. Сейчас посмотрим. Двигайтесь дальше к дорогу, я в низинку заходите, мы пацанов прикроем сейчас огнем. Ничего нет. Да, пробуем. Вот на 1-1Б передвигайтесь. Туда? Да, и севернее. Там видите, я пока бегу. Какая-то справа дальше по склону торчит хрень непонятная, не могу понять, что это такое. То ли труп, то ли лэп, то ли камень. Ну, не похоже на камень. Слишком остроконечная она. Ну давайте группой идем, чтобы шансов больше было. А, я вижу наших. Слышь, Олях, они вообще не заметны сейчас. Короче, сейчас. Нормально. Там одна группа идет, мы их прикрыть должны. А, я понял. Если что, у нас со стороны камня может идем. Огонь быть. Борт, где я сейчас это не вижу, я снайпера вижу. Я тебя где-то на юго-востоке должен быть приблизительно. Дорогу, Трюха. Кто там со мной в группе был вообще? Двигайтесь со мной, алё. Я вижу тебя, возьми правее. А, есть. Вот они, наши деревья, сейчас по ними, с ними пойдем открывайся. Подождите, мы сначала на себя огонь немножко отвлечём. Понял. Ну я отдохну, у меня усталость. Бежит правее, возьми. За мной, который бежал, Джоб, по-моему, у тебя ник. О, ВК. Да, ВК, иди. Снайпер поражает новые точки, которые будут... Нам заходить? Да, заходите. Все, пошли.
на 50, там стены. Так, медик, поменять. Давай сзади сиди в низинке. Джо, помогай сейчас ворожа огневой точки, которые будут на ПК отбегаться. Снайпер все вещи делать. Внимание, здание уже близко на 8. Да. Что ответ справа нет, у нас. На 2 часа у нас будет. Грустные они. Дайте по зданию с синей этой херней. Да. Мы будем эти дома на 2 часа чистить или нет? С правой стороны, которая у нас. Или лучше давай к вертушке прорваться? Надо к вертушке, но надо их это мониторить. Понял, к вертолету тогда двигаем. Работайте с ГП по зданиям соседним на 2 часа, которые... Вэлку в трехэтажку синюю. Понял. Работаю по ней. У нас тут на дороге бункер. Да, мне кажется, ваш моргать на... Ча, еще одну кину ложи. Прикладывай. Как часто. Давайте стрейфом на вниз. Я, конечно, быстро. Антон, да. На 50. На 1 часов внимания обратите на БМП. Помогите, пожалуйста. Да, сток. Ты где? У меня какие-то проблемы, у нас медики есть? Да. Да, где ты? Да, это меня. Ты где персонаж моргать начал и лёг? Какая-то машина на 90 восток в районе лэп. Есть, поняли. Кто ранен, ёб твою мать, ты где лежишь? Человек, понимаю, который ранен, блядь, просто встань и жди. Он не ранен, он просто устал. Окей. Лаш из города. Порошок на 30, передвигайтесь в мою сторону со снайпером и остальными. Ты имеешь в виду к дороге ближе? Не-не-не, за мной на плато. А, вижу. Парни, прикроем. Правда, у меня только коробка осталась одна. Херово, чё? Взорвать тут что? Ты клашмат, спиздишь трубку какой-нибудь потом. Что вы тут делаете? Сейчас тут позицию занимаем, парни. Вы зашли в город? На шепот. Да, метку он обновил на себя. Паш, на шепот все подходит. А, поняли ваш метод. На шепот. У стенки стоим, по нам, по вам РПГ. Да, не по нам, они куда-то туда ушла. Давайте огневая группа к ближайшим зданиям на 40 переходим. Ворот. Так, кто лежит? Давайте сейчас решим. Мы с юга заходим или с севера в эту хрень? Блин, ну с севера-то проще, мне кажется. Ваша задача, короче, там... Да. Мечети есть. Блин, по нам огонь. Зашкельц, поймите откуда. Дайте дыму и отсеките. У меня работают, не могу. Могу отработать, в принципе, на подавление. Блин, справа, дурак, справа. От дороги, блин, на восток. Нам с севера, ну, гость понял. Ожидается, севера гость живите будет, там, с РПГ живите, бежит. Оттягивайте на себя. Прикрывайте с севера там, подход. Далеко не валяв? Нормально, я внизу уже, найдите этих падл. Кто в лесочке? Блядь, над нами РПГ ебенят, блядь. Смотри, 70, от вас должен быть. Принял. Где дым? Ты дыма где-то северо-восточнее. И один пидор еще на 40 в город. Что это за РПГ? Мне над головой нахуй летит. Взяли РПГ? Трэш. Нет, на да блин, бросьте же его дым, если дальность позволяет. Отсеките его, чтобы больше не РПГ. Так, ворог занял ближайший компаунд внутри города. Нет, еще начали писать. Забрали РПГ, что ли? Нет. Кто долго? Пошел, кто долго? Ворог метку обновил. Фал свой должен быть. Наши работы. А где за дорогу? Вроде бы я не понял, ёпта. Забрал у РПГшника вроде бы. Лях, поясни, где за дорога? Чего не будь, честно, я в районе огневой точки сейчас. Понял. На крыше он был, ранил или убил, не знаю. Короче, он лежит на крыше сейчас там. Трупик. Твой
Высовываться не стоит. Под огнем эта зона. Вроде ног рукам пал. Так, стоим пока здесь. Пока здесь стоим, наверное. Хотя сейчас придет граната, нам накидай здесь. Будь жопа. Давайте через север зайдем лучше сейчас. Прикройте, у нас на юг никто не смотрит. Есть морфин? В наших рядах морфин медик есть вообще, нет? Медик в наших рядах есть? Торок сработал одного. Куда идти? Нашу, меня полечить. А, ну вот сейчас мне колят все. Ну метка браво стоит, 1-1 браво. Держи, чё ты куда пошёл-то? Угол держи. Держи. Там колется? Просто ладно, колется. Сейчас попробую обратно. Я северо-запад смотрю. Так, спасибо. Так, чё, всё север, ходим? Да, давайте, давайте потихоньку смещаться. Ты хочешь вообще зайти из пустыни? Рэпи, ты из пустыни хочешь зайти или туда, вдоль стенки? Вдоль стенки. Хорошо. Граната туда пульну. Ходите. Ой-ой. Нормально. Прижмитесь, прижмитесь, отлично. Давай, давай. Помогите, помогите. Так, откатываюсь. Я пришел. Да там не мне, там помоги. Чувак. Назад не могу. Вы бы спрятались бы, то вот так высуну. Где этот гад? Я не могу понять, где он сидит, этот гад. Так, раненый нас. Поднимите его. У нас с юга, СВ. Походу снайпер захвачен. Да. Нет, снайпер живой. Вражеский зашел у нас с юга. Черт, надо уходить отсюда. Надо уходить отсюда. Репит мертв?
все рядом, нас зажали, мы выйти не можем. Кто там дымы кидает? У тебя раз. Дымы нужны. Махно, перед махном добежал человек, он его не заметил. Тех, короче. Офигеть, там у этого этого положили. А где Махно вообще лежит? Всю группу. Я говорю, у вас Махно. Подожди, вас что, вас в бочку всех положили? Да, да. Да, да. Не все, конечно. Как-то... Тазоник зашел или кто? А, не, Визер. Да я говорю, чего там пятеро в одном месте, с лобом одна граната и все сдохли. Ну да. А куда там выходить? Нас зажали просто и все. Да, там нас зажали. Прям реально на как... Как и надо, зажали. Разбегаться все в разные стороны. А куда? Я так и не понял, откуда по нам долбили сбоку. Кто это был вообще? Да, да. Один Махно остался. Не-не, не очень похож на снайпера. Это Ворон. Ворон. Ворон, по-моему, стрелял. Ворон? Да. Нет, это с юга Ворон бил. А по нам кто-то с севера начал. Эх. Махно, Махно. Я же говорю, хороший снайпер. Чё? Очень. Да. Рип. Ой, я убил спитера даже. Вау.